Причем как бы это не из черепахи, как бы такая летень или вторая черепаха, там вложена туда и подстройка, калибровка, аппарат, да. В общем, самая основа. И, естественно, визуально идеальная генетическая система, система. И ну и все, что входит внутри. Как бы вот там многие техники, там нейрологические уровни, Картман, Алфаид и так далее. Круто. Аллерген нет, правильно я понимаю? Да, аллерген нет. Декартовые координаты. Я думал, что паркур. И да? Фордан тоже нет. Ага. А вот этот прекрасный инопланетян. С ним был. Нет, два координата. Ты как координаты с ним? Нет, это визуальная ли которая, да. И как координат вот. А то визуальная запада. Да. И оно у вас рядом с якорями, потому что? Про что-то. Да. Хорошая. А Чебурашка это? Это вместо Это не Чебурашка, это Микки Маус. Вот очень разные аудиальные моменты. Группы. Да? Не, ну ты класс, мне нравится. Давайте дадим высказаться представителю. Ну, какие вопросы по поводу Декарта, ну, я расскажу. Потому что здесь это будет все понятно, об этом мы даже не знаем, что рассказать. А вот этот список, который на голове у человека? Вот это? Да. Это же треугольная камера, вот эти логические уровни. Это техника взмаха. Он же что, тут машет? Да, машет. А под техника дерева это что? Это экология. Это экология. Антон, солнышко. Вот это калибровка. Ага. Там просто посередине расселен, оно не видно просто. Мелкий рисунок. Так, вот цель. А глаз вот это? Вот это? Почему глаз был доступ? Это морда плюс морда равно морда. Это генетика. Это дружба. Это дружба. Нет, это объединение числа. Да, это объединение числа. Вопросы есть у кого-нибудь? Тогда у меня вопрос. И как все это связано? Как? Что это? Получается? Допустим, я прихожу к тебе и говорю, Антон, у меня такая печатка. Я поругалась с мужем, не могу с ним договориться никак. Пользуясь своей ментальной картой, ты можешь мне чем-то помочь быстро? Я думаю, без карты. Это же ну, как бы, я знаю, что это так работает, и поэтому не скажешь. Из-за того, что не нужно, это такая некая память. Памятка. Да. Хорошо. Я все к чему подвожу. В таких случаях что используется? Это можно выяснить из вашей ментальной карты? Или и так все понятно? Видишь? То есть ты такой Дед Мороз. К тебе пришел человек, ты такой, а что мне для тебя есть? Вот это? Не, не хочу, ладно. Вот это. Да? Ты будешь из мешка все доставать по очереди, перебирать варианты? Нет, ну сразу видно, да? Он как хороший, как на нас посмотрит и думает, вот этому мальчику, он любит машинки, мы ему достанем машинки. А потом вдруг случайно оказывается, что это девочка, и просто зовут ее Вася, потому что она Василиса. Не, ну он же Дед Мороз, а он лучше знает, он лучше я думаю. Ну это как бы, это же в общем структура. Хорошо. У каждого своя последовательность. Последовательность, да, вот я ее хочу увидеть, и последовательности пока я здесь не вижу. Нет, там просто на последовательность сегодня не увидел, вообще мы сидели, это у каждого был свой кусок, скажем так, поэтому там. Ага. Если последовательность есть, то ну, то есть нет такого, задаю еще один вопрос. Нет такого, что, допустим, вот здесь у нас то, что работает со слоями человека. Вот здесь у нас то, что работает с чем? Ну, помогает в бизнесе. Вот здесь то, что в личной жизни может быть поможет. Нет. Понятно. Хорошо. Есть вопрос еще? Нет. Похлопаем. Ну прошу. Кто будет? Да. Очень неподобитая группа. Творческая мать. Как у нас минимализм представляет. Смотрите, у нас это очень разумная схема в том плане, что NLP занимает центральную часть этой схемы. Но при этом. Не явно выражено.
Почему? Потому что у людей обычно есть цель, которая может касаться отношений, переговоров, самосовершенствования, каких-то взаимоотношений разного рода. Может быть, там связано с трансом и гипнотическими состояниями, но эту цель люди, которые знают НЛП, используют при помощи основного средства НЛП. Что включает НЛП? Да это просто багаж таких знаний, которые вываливаются в мозг при помощи любого из каналов восприятия. Вот так это работает изменением в любом поле. Вопросы? Это же все понятно. Да. Да. Вопросы задайте. А как это все связано? Ха, вот она, НЛП, вот крим, а вот вся жизнь, которую это откладывает. Хорошо, я опять такая время. Переговоры вот отношения вот АНЛ возьмет инструментарий, который ему нужен. Ошибка это. А я вот хочу узнать, я бы не сама. Ты опытный НЛП? Нет, я вообще не подопытный НЛП. А, это тебе опытный НЛП? Я опять же к чему подхожу? Как вы поймете, что конкретно с этой проблемой нужно работать с помощью данной техники, методики? Ну, в любом случае, я не знаю. Как вы будете применять? Мы это применяем в любом случае, если вы нам багажаете инструментарий, который нам подарили на этих курсах. То есть это как бы действительно просмотр всей информации, ну, как того, что что как бы подходит к этому случаю. Хорошо. Вопрос неправильный. Если, например, спросили про как свое состояние, у нас он есть ответ. То есть просто у вас есть какой-то уже ответ, а поэтому все остальные вопросы не правильные. Я чувствую, магия речи, она дает. Лиза, я слышу, насколько я понимаю, социальная карта должна, грубо говоря, есть проблема, и вот ну как бы, то есть, да, да? Ментальная карта никому ничего не должна. А как? Вот, допустим, если ты, когда ты хорошо понимаешь, как чем пользоваться, да? Uh-huh. Допустим, вот, грубо говоря, вот у тебя есть утюг, или я не знаю что, какой-то прибор, телефон, например. Вот мы его, например, нарисуем, да? Как им можно пользоваться? У него есть какое-то устройство, мы выделим это в отдельную ветку. У него есть какие-то способы применения, мы их выделим. Нет, стоп, но это уже есть план применения ментальной карты. Нам сказали, как это работает, мы увидели это как-то вот так. У нас я не критикую, во-первых. Нет, просто посмотри, из того, что ты спрашивал, видите, здесь правда есть схема построения ментальной карты, которая, насколько я понимаю, никто из нас не пользовался. Да. Что это способ такой, это способ такой. Да. Да. Это то, что мы будем делать дальше, то есть у меня есть вопрос. Мы будем это делать дальше, обязательно. Да, то есть пока сейчас...